Всем привет, с вами Витян, и на этот раз я буду обсуждать не просто а такие элементарные вещи. К примеру, ноутбук Тима Бёртона, Алиса телекомпании Вит. Тим Бёртон. Я тоже так хочу. Итак, в нем какие-то ублюдки обсуждают лечение геморроя. Папа, папа. Один из мужчин, ее папа, он отводит ее в комнату и... Милая, успокойся. Ты просто чокнутая. Ты ненормальная, да? Да. Ты шиза, белая... Уёба! Шляпник. Кипяток. С размазанным макияжем убеждает Витян, что она уже не первый раз. И в этот раз ее долг... В конце фильма Витян выкидывает из мусорной ямы, куда она упала в начале фильма. Грязная и растрепанная, она идет к страдающему от геморроя мужику, который сделал ей дирижабль, дает ему показывает всем трусы и так называемую джигу-дрыгу. Пока, Витян. Привет, контакт. С вами была Витян. Без геморроя. Без пизды. Hey. 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 Hey.